Сегодня чествовали Василия Егорова, успешно выступившего на чемпионате Европы по боксу в Харькове. В наилегчайшем весе до 49 килограмм якутянин в своей спортивной карьере второй раз становится чемпионом Старого Света. Всего Василий на ринге провел 3 боя. В финале ему противостоял сильный и крепкий боксер из Англии. Но в упорной борьбе Василий одержал победу со счетом 3-2. От имени правительства и Федерации бокса республики чемпиону вручили денежный сертификат на сумму 1 200 000 рублей и нагрудный знак «Гражданская доблесть». Личному тренеру Артуру Пахомову вручили сертификат на 600 000 рублей. Впереди чемпионат мира, который пройдет в августе в Германии. 13 июля поедем на учебный тренировочный сбор в Кисловодск. После этого нас ждет сбор в Сочи. И в конце августа состоится чемпионат мира в Германии, в городе Гамбург. Ну, будем работать, будем целенаправленно готовиться, ничего не хочу загадывать. Главное работать, усердно тренироваться, слушать своего тренера. И дай Бог, все будет нормально, все будет у нас хорошо.